народ, вас уже проинструктировали по Battlefield 4? Да, нам уже все рассказали, спасибо. Видимо, всем, кроме тебя. Ты все приплетаешь динозавров. Тут есть динозавры. Нет, нет, нет. Динозавров. В общем, слушайте, обстановка изменилась. С нами сейчас командир запускает авиаудары и поддержку патронами с планшета. Так что работаем сообща. Это очень здорово. Умно. Это от Лени. Что? Почему это от Лени? Он сидит дома, в гостиной, с планшетом, закинувшим... Я дома, в своей гостиной! Да, а ты-то где, нуб? В гостиной? Ага. Но мои ботинки на земле. Ну да. Фальшивые ботинки? Виртуальные ботинки. Эй, привет, ребята! Саймон! Вылезай из воды, там мегалодон! Там нет мегалодонов! Ага. Парни, это Battlefield 4. Да, и тут нет мегалодонов. Это же доисторическая акула, с чего бы ей здесь взяться? Ну-ну, вы меня еще вспомните. В общем, слушайте, еще один момент! Погода здесь просто бешеная! Так что будьте начеку, шторм может взяться из ниоткуда! Это и убило динозавров. Запарил со своими динозаврами! Но это правда, был ледниковый период, какая и разница? Они умерли! Не ледниковый период убил динозавров, а гигантский метеорит их убил! Который взялся из ниоткуда и начал ледниковый период! Хватит про динозавров! Почему? Выглядишь идиотом, вот почему. Ладно. И последнее! Следите за окружением! Вчера я видел, как целый небоскреб упал и разрушил целый район! Вы его слышали? Да, и это он... я еще выгляжу идиотом? Еще каким идиотом? Он тут втирает про падающие здания! Ну да. Мы не увидим тут таких разрушений, я в этом уверен. Что за хрень? Сериал переведен и озвучен на русский язык студией Киннотан по заказу сайта playground.ru.